Здравствуйте. В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы будем говорить с вами об истории государства российского. Я Наталья Проскурякова. Тема выпуска «Политический терроризм России конца 70-х годов XIX века и убийство императора-освободителя Александра II». К концу 70-х годов в России сложился новый внутриполитический кризис. Он был вызван недовольством всех групп общества политикой правительства. Консерваторы были недовольны тем, что вообще были проведены реформы, которые значительно снизили роль дворянства. Либерально настроенная часть общества была недовольна, во-первых, приостановкой реформ в 70-е годы, а во-вторых, тем, что реформы не были нацелены на создание системы выборного представительства при монархии на законосовещательных началах. Революционеры-демократы, которые в это время очень ярко заявили о себе, считали, что народ обманут мизерными реформами и полагали, что нужно идти другим путем в достижении счастья для народа. Революционное движение в России активизируется в конце 60-х, в начале 70-х годов. Во всех крупных городах, особенно университетских, была создана целая система революционных кружков, где молодые люди изучали социалистические теории как западных, так и отечественных теоретиков – Бакунина, Лаврова, Ткачева, Прудона и других. Под воздействием этих работ молодые люди, революционеры, пришли к выводу о необходимости осуществления в России народной революции. Они считали под влиянием Бакунина, что русский народ является коммунистом по инстинкту. И достаточно бросить спичку, чтобы зажечь пожар народной революции. В 1874 году сотни молодых людей двинулись в народ. Эта акция получила название «Хождение в народ». Они стали призывать крестьян к бунту. Однако крестьяне встретили революционно настроенную молодежь очень настороженно, поскольку их наивный монархизм никоим образом не совпадал с настроениями революционеров. Очень часто крестьяне даже доносили о революционерах полиции. Акция провалилась, сотни из них были арестованы, и тогда революционеры принимают решение изменить тактику. В 1876 году была создана революционная организация «Земля и воля», которая ставила своей целью проведение долговременной пропаганды идей социализма среди крестьян с тем, чтобы подготовить их к этой самой народной революции. Молодые люди, оставив семьи, города, университеты, двинулись в деревню, где начинали работать врачами, ветеринарами, фельдшерами, акушерками, считая, что таким образом они станут ближе народу. Однако народ очень туго поддавался социалистической пропаганде и агитации. Среди революционеров назревал раскол. Наиболее нетерпеливые из них полагали, что нужно брать дело освобождения народа в свои руки. А главным средством борьбы должен стать политический террор. Окончательный раскол среди революционной молодежи произошел в 1879 году. Политики-террористы выдвинули обвинение Александру II. Он обвинялся в проведении мизерных реформ, которые, по их мнению, не отвечали ни интересам общества, ни тем более интересам народа.
После этого была создана в рамках организации «Народная воля» специальная боевая группа из 50 человек, а всего организация насчитывала около 2000 человек, которая должна была совершить это убийство. В 1879 году террористы предприняли попытку взорвать царский поезд. Причем эта предпринятая попытка была трижды. И все они оказались для революционеров неудачными. К счастью, Александр II остался жив. В 1880 году прогремел взрыв в Зимнем дворце. Этот взрыв осуществил Степан Халтурин, один из членов «Народной воли», который устроился в Зимний дворец слесарем-краснодеревщиком и сумел пронести туда взрывчатку и заложить ее под столовой императора. Император опоздал к обеду, и это вновь спасло ему жизнь. Тогда террористы решают действовать несколько по-другому, прослеживая дороги, по которым проходит эскорт императора. И 1 марта 1881 года совершается еще одна серия террористических актов. Террористической акцией должен был руководить один из главных лидеров «Народной воли» Андрей Желябов. Однако накануне он был арестован, и дело в свои руки взяла его гражданская жена Софья Перовская, происходившая из аристократического дворянского рода. Террористический акт был осуществлен на берегу Екатерининского канала, когда император ехал на развод войск. Первая бомба не достигла целей с точки зрения революционеров. Была убита часть охраны императора, часть ранена. Когда император вышел из кареты для того, чтобы подойти к раненым офицерам, прозвучал второй взрыв, брошенный еще одним террористом. Бомба смертельно ранила императора Александра II, и через несколько часов он умер. Трагедия этой акции заключалась не только в убийстве самого императора, которого называли освободителем, а в том, что незадолго до убийства Александр II одобрил проект министра внутренних дел Михаила Тариеловича Лорис Миликова, согласно которому предполагалось создать специальные подготовительные комиссии для продолжения реформ. Предполагалось ввести в состав Государственного совета также представителей от городов и земств. Сам Александр II понимал, что это противоречит принципам самодержавного государства, и все свое царствование он говорил, что он никогда не допустит, чтобы в России была принята Конституция. Однако 1 марта утром он сказал сыновьям: «Я назначил на 4 марта совещание Совета министров, где должен быть одобрен проект Лорис Меликова, но я осознаю, что мы делаем шаг Конституции». Убийство Александра II изменило вектор российской модернизации. Те изменения, которые произошли в России в начале 20 века, в ходе Первой русской революции, могли быть осуществлены еще в начале 80-х годов. Всего доброго!